В округе продолжается медианеделя. Люберецкие журналисты встречаются с коллегами, представителями власти и общественностью. На этот раз сотрудники СМИ организовали круглый стол с ветеранами и школьниками. Какие темы обсуждали на нем, узнаем прямо сейчас. Место встречи – музей общественной организации «Дети войны. Память» выбрано не случайно. Тема собрания патриотическая и объединяет поколения. Школьники и ветераны говорили о любви к родине и о том, какой они видят Россию в будущем. В будущем я вижу Россию большим и процветающим государством. В будущем я вижу Россию величественной и гордой страной. Инициаторы встречи – журналисты городского округа. Это уже не первый совместный проект с ветеранскими организациями. Задача сотрудников СМИ – не только освещать события, происходящие в Люберцах, но и вносить свою лепту в воспитание подрастающего поколения. Дети тоже провели опросы всевозможные. Вот. Среди старшеклассников есть еще тоже разные там ребята, которые, пользуясь потоком информации сегодня, у них немножко другое мнение, поэтому важна эта встреча, чтобы в том числе пытаться убедить их вот, в том, что историю надо помнить, потому что без истории нет будущего. Всегда ценим вот эти вот взаимосвязи, творческие, деловые, и в том числе и с вами. Вы очень хорошо преподносите и нашу работу, и совместные наши проекты. Ну и, конечно, с другими СМИ мы тоже сотрудничаем долгое время, и с нашими газетами, и с радио даже. Представители газеты «Люберецкая панорама» рассказали школьникам о своей работе и о том, почему важно сохранять печатные издания в современном мире, охваченном интернетом. На 16-й медианеделе городского округа эта тема стала самой важной и актуальной. Луиза Егиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.